Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Оба. Здесь нашел очень хороший вариант. Двухкомнатная квартира, 1+1. Бюджетная для наших клиентов, которые ищут до 35 тысяч евро. Хочу быстренько показать. Вот это у нас здание. Вот это наше здание. Здесь такой маленький просторный сад, такой не совсем большой. Есть несколько фруктовых деревьев, гранатовые, там оливки. Такой вход. Пройдемся к входу. Это именно бюджетная квартира. Придется мне подниматься на 4-й этаж, так как не работает лифт, нет управляющей компании, как мне объяснили. Вот это та квартира на 4-м этаже. Тут две двери как бы. Защиту сделали. И вот сама дверь. Сейчас я закрою. Начну я с первой спальни. Сквозная квартира. Вот такая просторная. Ремонт сделан. Придется просто купить мягкую мебель, бытовую технику, аксессуары. Вот такой тоже не маленький балкон. Постараюсь показать. Вот также есть вид на горы. Море у нас с той стороны. Это центральная дорога Тосмура. Называется Старая Чевре-Йоло. Старая объездная дорога. D400. Пройдемте теперь. Вот это прихожая. Здесь есть еще место, чтобы поставить встроенный шкаф. Справа от меня санузел. Встроенный шкаф также. Вот, здесь 90 квадратных метров. Цена квартиры 33 500. И вот эта просторная гостиная комната. Стараюсь показать. И как бы отдельная кухня. Можно еще отделить ее как-то. Тут даже есть маленькое окошко. Очень интересно. Вытяжка стоит. Вот такая вот квартира. Есть кондиционер. И вот тот балкон, который присутствует тут. Вот это балкон. И вот это вид с балкона. Здесь главная вторая дорога в Ани. Вид на горы с этого балкона. Так. Хочу подытожить итоги о этом проекте. Здание 22 года. Четвертый этаж 1+1, 90 квадратных метров. Нужно потратиться на легкий ремонт. Купить бытовую технику, мягкую мебель, простую мебель, дать хороший интерьер, дизайн и переехать жить. Очень выгодное предложение, только минус то, что нет технического паспорта, но это не проблематично, как я сказал. У старых зданий в основном нет технического паспорта, документа, ИСКИАН называется. ТАПУ присутствует, при купле-продаже нет никаких проблем, я узнавал даже. До моря 330 метров максимум. Рядом есть много магазинов разных. Местоположение очень классное. С вами был Агасей, Солнечное Алания, район Оба. Всем пока-пока.